нравится этим заниматься. Я с детства увлекаюсь техникой. Сейчас я пытаюсь починить свои любимые наушники. Я ждала этого урока очень долго. И вот, наконец-то, вроде немного получается. Мы не хотим останавливаться на запуске только одного спутника. Мы собираемся двигаться дальше. Больше всего я хочу вдохновить девушек, у которых нету возможности или им кто-то запрещал заниматься тем, что им нравится. Нас очень часто упрекают в том, что мы так позитивно дискриминируем девочек и женщин. Но на самом деле, по статистике очень многих международных организаций, исследований, у женщин в стране сильно попираются права. Мы решили, что этим проектом мы дадим старт и будем говорить и работать с девушками, чтобы они выбирали образование и карьеру, и о том, что они понимали, что у них есть свой собственный выбор.